Привет, друзья! Как можно охарактеризовать январь, месяц, который еще не закончился, но фактически можно сказать, что для меня в плане ставок, в плане развития он уже сейчас закончился. Только негативно, вот как еще. С одной стороны, конечно. 19 число сегодня, и наверное, дней 15 из них я был в минусе. Ставлю я исключительно в марафоне, как вы понимаете, как вы знаете. И этот сайт мне подходит куда меньше, чем Betfair. Постоянно руки тянутся ставить на какую-нибудь херню, особенно с утра. Да и вечером тоже какой-нибудь японский волейбол, пакистанский баскетбол до 15 лет. Вместо того, чтобы утром просто спокойно просыпаться и постепенно наслаждаться жизнью. Нет же, нужно с утра себе испортить настроение на всякой херне. Betfair в этой связи подходит мне куда лучше. Скажете, почему так давно не было роликов? Да о чем, собственно, говорить? Сами вы видите, что большую часть января происходило все одно и то же. Ну, кто-то, может быть, скажет, что у меня вообще в жизни все эти 8 лет происходит одно и то же. Ну, возможно, можно и так сказать, кроме тех лет, когда я отдавал еще деньги вкладчикам, когда ездил за границу. Это были другие годы, конечно. Ну, с 2015, вот уже по 2020, вы можете наблюдать, в принципе, все одно и то же. Кроме того, что когда-то я ходил на массовки, зарабатывал на всяких мелких подработках, сейчас я зарабатываю по-другому. Все, что происходило в январе, это, конечно же, большой один негативный факт, но все это, можно сказать, сподвигло меня коренным изменениям. В первую очередь, уже к набившей оскомину многим системе Белнот, которую я все никак не введу в эксплуатацию, для этого нужны деньги. Но я все ближе и ближе к этому. Я уже начал откладывать постепенно средства в накопительный счет, там уже 5300 рублей. Я начал проводить инвестирование. 25 тысяч инвестированы в одно место, и вот уже они принесли мне первый доход, около 5 тысяч рублей. Все это только начинается. В дальнейшем доходы будут больше, но другой вопрос, как их правильно затем использовать. В первый день я использовал их неправильно. Только 1000, в общем, потратил в нужное русло. Остальное бездарно улетело в очередном экспрессе, можно назвать его тупым, но это, конечно, был дикий нефарт, что в волейболе, в котором первая команда всех обыгрывала, вторая всем проигрывала, и тут первая команда еще и вела 2-0 по партиям, шла уже за 1-0-1 на матч, и потом проиграл 3 партии подряд, в том числе с 24-24, с 5-1-5. Это, конечно, нефарт. Возможно, теннис весь там и зайдет, вероятность этого большая, но это уже не будет иметь никакого значения. В общем, я решил действовать сейчас иначе. Я не знаю вообще, для чего я записываю этот ролик, если вы все это и так, наверное, прочитаете в отчете. Но тем не менее, чтобы вы на мое лицо наконец-то посмотрели, давно вы его не видели. Короче, несмотря на все это, я считаю, что я двигаюсь в правильном направлении. В Betfair я рано или поздно перейду. Я думаю, что поздно, это в худшем случае в конце февраля уже теперь. Я хочу туда прийти снова с большой суммой. Относительно большой, хотя бы с 1,5-2 тысячами долларов. Буду ли я ставить вообще в марафоне хоть что-то, я не знаю, может быть и нет. Надоело мне все это. Да, конечно, в марафоне можно ставить на некоторые события, которых нет в Betfair, в частности, всякие форы, тоталы в теннисе, в том же самом. Но в целом, остальные виды спорта меня в принципе не интересуют, я в них ничего не понимаю. Волейбол, настольный теннис, бадминтон и так далее. Ну нахрена на них вообще тогда ставить? Ну ставьте на футбол и теннис, и все, достаточно. А для этого вполне Betfair подходит. Я и, как видите, не особо люблю ставить на форы, на тоталы в теннисе. В основном P1, P2 все-таки. Betfair здесь ничем не хуже. Так что я в него, безусловно, вернусь.
конце февраля, скорее всего, это случится. Но сейчас меня больше волнует вопрос, как бы обеспечить определенную подушку безопасности. Это ИНС, это и дополнительные источники пассивного дохода, независимо от моих действий. Это происходит медленнее, конечно, чем когда я в январе мог за пару дней буквально из ничего сделать 50-60 тысяч. Это происходило очень быстро и несколько раз происходило, казалось бы, волшебство, магия. Но не менее волшебным образом все это и исчезало. Я не хочу больше таких чудес, пусть это и чудеса, ценой того, что я рискую огромной частью баланса. К черту. Лучше все это будет более постепенно. Быстро только кошки плодятся. Поэтому, ну пусть у меня будет та же самая 1000-2000 долларов не за день-два пока что, а за несколько недель. Зато у меня при этом будет определенная подушка безопасности, будет лимит, и я себя буду чувствовать более уверенно. Вот. Так что не теряю ни в коем случае присутствие духа. Кто-то мне пишет, вот, таких денег ты уже не увидишь, это будет не скоро, как те же самые 2000 долларов. Ну, если для вас это большие деньги, если вы так считаете, ну, мне вас жаль. Для меня это деньги небольшие, и увижу я их достаточно скоро. Я мог сейчас все ресурсы опять-таки бросить в Bitfire, опять начать с копеек там подниматься, я бы это сделал, наверное. Я думаю, что это бы не заняло много времени. И даже ставя без всяких лимитов, это вообще, возможно, по-быстрому я бы мог сделать это за неделю, за полторы. Но сейчас я в приоритет поставил не быстроту, не скорость получения каких-то больших денег, а именно безопасность и надежность. Для этого нужно как следует, как я уже сказал, и запустить и альтернативные источники, пополнить опять-таки НС, у которого будет теперь нормальный хранитель. Уже теперь это точно. Не Ренат, не Никита, а другой человек, который и рядом живет, и работает, и не делает ставки совершенно. У него семья, дети, и он достаточно взрослый и серьезный. Никаких этих обещалкиных не будет. Кстати, Никита обещал тоже в эти выходные кое-что сделать, сами понимаете, что. Естественно, выходные заканчиваются, ни слуха, ни духа от него. Очередное обещание, не знаю, какое уже по счету, 10-е, 20-е. Но он, впрочем, он сказал, не обещаю, он сказал, попробую. А попробую, это значит, я же не обещал, что сделаю, я же попробовал. Ну, попробовал, видимо, не получилось. Вот такой вот надежный человек. Так что, друзья, пока у нас такой промежуточный период, основная работа теперь уже начнется в феврале где-то. Вот там мы и покажем себя во всей красе. По-быстренькому отдадим долги подписчикам и начнем дальше уже действовать по нашему мини-плану, который я хотел закончить еще к концу января, вы помните, к началу февраля. Но что-то пошло не так. Сейчас будет небольшой сдвиг на пару месяцев. Но это все мелкие детали, которые мы скоро подкорректируем. У меня уже есть планы и где рекламу покупать на крупных каналах за 20 тысяч, за 40. Рекламы в обычных каналах, у которых огромное количество накрученных ботов, меня не интересует. Я буду покупать рекламу только в серьезных каналах, и, соответственно, цена рекламы на моем канале тоже сильно вырастет. Я собираюсь развивать Инстаграм также, пока это дело не слишком активно, прямо скажем. Но опять-таки для этого нужны и вливания, и знания определенные, поэтому я меньше сейчас времени буду в ближайшие 2-3 недели уделять ставкам, а больше времени буду уделять развитию ресурсов и дополнительным всяким фишкам, о которых вам знать не нужно. Наверное, это все, о чем я хотел вам пока сказать. Пока!